Всем доброго дня. В связи с прямой трансляцией хоккейных баталий в среду передачу «Напрямую о главном» мы перенесли на четверг, на сегодня. Прямо сейчас мы работаем для вас в прямом эфире. Поговорим о мошенничестве в сфере информационных технологий. Меня зовут Наталья Рау, я представлю наших гостей. Максим Николаевич Метелица, начальник управления внутренних дел Новоуральска. Здравствуйте. И Марина Сергеевна Дегтярева, заместитель начальника следственного отдела УВД Новоуральска. Здравствуйте. Добрый день. Вместе со мной сегодня будет работать в течение всего прямого эфира мой соведущий, мой коллега Виктор Малышев. Витя, тебе слово. Добрый день, уважаемые гости. Ну, а я традиционно напомню, что мы работаем в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте в нашей группе. Вы можете писать свои комментарии, вопросы, какие-то, может быть, истории, связанные с тем, как вы столкнулись с мошенниками и смогли их избежать, и как посоветовать другим, что делать. Ну и также мы работаем в прямом эфире на телеканале ОТВ. Это наш партнер, с которым мы взаимодействуем. Напомню, телефон прямого эфира 9-88-08. Также можете позвонить, задать свои вопросы, оставить какие-то комментарии. Ждем, потому что тема очень важная, актуальная. Мошенники, к сожалению, не дремлют. Спасибо, Витя. Действительно, как сказал Виктор, мошенничество в информационной сфере очень актуальна и важная тема. И хотя некоторые говорят, меня это не касается, меня это не волнует и никогда не коснется, но однако цифры и факты говорят об обратном. Мошенничество процветает. Вот давайте начнем по порядку обсуждать эту тему. Что же такое мошенничество в сфере информационных технологий? Мошенничество в сфере информационных технологий – это совокупность объективных и субъективных признаков, которые образуют состав преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В основном данные преступления в последнее время очень сильно распространены. Вообще мы провели очень детальный анализ по видам данных преступлений, и вот именно рост данного вида преступления он начался с 2014 года. Угу. То есть на протяжении последних 7 лет, ну, мне кажется, даже не только на территории города Новоуральска, а вообще во всех городах Свердловской области, да и в целом в России, наблюдается рост данного вида преступлений. И эта тема, она в настоящее время очень актуальна, очень уделяется пристальное внимание как руководством Главного управления МВД России по Свердловской области именно проведению и профилактической работы, и раскрытию данного вида преступлений. Соответственно, данные преступления все, которые совершаются у нас в городе, то есть на территории города Новоуральска, ставятся мной лично на контроль, и уделяется пристальное внимание их раскрытию, проведению полного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, следственных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного вида преступлений, ну и, соответственно, установление их местонахождения, задержания и определение меры пресечения и вины данных лиц. Максим Николаевич, мошенничество в сфере информационных технологий называют еще дистанционное мошенничество, правильно? Да, называют дистанционное мошенничество в первую очередь. Почему? Потому что это не контактного вида преступления, а именно дистанционно, потому что оно удаленно оно происходит, данного вида преступления. Совершается оно с использованием средств сотовой связи, компьютерных технологий. Поэтому данные виды преступления называют дистанционными. Если говорить о Новоуральске, вот общий, брать цифру от общего количества преступлений, совершенных в Новоуральске, вот на IT-преступления, на IT-мошенничество сколько приходится? Вообще, в целом, если обратиться к статистике, то у нас всего на территории города Новоуральска за 10 месяцев, то есть у нас пока есть статистика за 10 месяцев, совершено 850 преступлений. Это все преступления в общем, общеуголовной направленности, преступления против личности, имущественные преступления. Так вот, доля именно мошеннических действий, совершенных в сфере ИТТ, она составляет практически 1/4 часть. То есть, если количественное отношение, то за 10 месяцев у нас совершено 173 таких преступления. То есть, каждое четвертое получается, практически, да? Практически, да, каждое четвертое преступление именно совершается дистанционно, по ним возбуждены уголовные дела. 173 преступления. Вот если сравнить с прошлым годом, понятно, что этот год еще не завершен, да, у нас статистика только за 10 месяцев, однако, и вот если сравнить с прошлым годом, вот больше, меньше их стало? Да, у нас действительно наблюдается рост совершенных преступлений именно данного вида, рост в процентном соотношении составляет 41%, то есть в прошлом году таких преступлений было совершено порядка 125, соответственно, наблюдается рост, но сразу могу сказать, что если брать отчетный период, допустим, полгода, то рост был больше. Он практически был у нас на 120%. Ну и вот, на мой взгляд, именно проведение профилактической работы сотрудниками межмуниципального управления, да и, в принципе, с вашей помощью, с помощью средств массовой информации, мы все-таки приходим к тому, что потихоньку мы снижаем количество данного вида преступлений. И зачастую сейчас наблюдается такая тенденция. Я вот, когда провожу прием сдачи дежурства, совещания у руководителей подразделений, обращаю внимание очень часто к статистике, то есть сейчас, изучая сводку за сутки,
можно проследить такую тенденцию, что бывает по 6 или по 7 раз граждане звонят нам в дежурную часть и говорят о том, что мне на телефон поступали звонки от посторонних лиц, представлялись сотрудниками полиции, представлялись сотрудниками других силовых структур. Но в связи с тем, что ко мне буквально за неделю до этого приходил участковый уполномоченный полиции, либо какой-то другой сотрудник полиции, или меня останавливал сотрудник ГИБДД, и со мной была проведена профилактическая работа, мне вручили памятку, я не поддался на уловки мошенникам. Прошу зафиксировать данный факт. Мне звонили, у меня есть абонентский номер, с которого был осуществлен звонок. То есть для информации данные сообщения нам поступают. И вот примерно в сутки бывает таких сообщений 5, 6, 7 сообщений. То есть, на мой взгляд, все-таки наша профилактическая работа, она дает очень хорошие плоды. Если говорить в цифрах, наверное, даже не в цифрах, а в денежном выражении, сколько средств уже новоуральцы в этом году? Да, нами тоже проведен такой анализ. Я скажу так, что есть у нас такие преступления, где суммы ущерба очень были крупными. То есть у нас есть мужчина, который явился у нас потерпевшим, он обращался к нам в сентябре месяце с заявлением о том, что в отношении него было совершено мошенническое действие. Он играл на бирже, пытался приумножить свой капитал. У него сумма ущерба составила около 10 миллионов. Около 10 миллионов. Это самый крупный ущерб, который был у нас на территории города Новоуральска в этом году. То есть более данной суммы ущерба не было. Сумма внушительная, конечно. Очень внушительная. Миллионов. А если вообще взять сумму ущерба, причиненного по всем 173 преступлениям, то она достигает 51 миллиона рублей. 51 миллион только за этот год? Только за этот год. За 10 месяцев, я даже так скажу. То есть еще 2 месяца у нас, ну, уже не 2-1,5, но уже 51 миллион. Сумма невероятная ущерба. Сумма, конечно. Что-то из недавних есть преступлений? Да, есть из недавних преступлений. У нас вот буквально в понедельник, то есть 15 числа, к нам обратился мужчина с очередным заявлением по факту мошеннических действий. Мужчина молодой, 87-го года рождения, значит, проживает вместе с супругой, значит, житель города Новоуральска. Он у нас стал объектом совершения преступления. Еще начиная с августа месяца ему позвонили, предложили сыграть на бирже, приумножить свой капитал. Изначально речь шла о том, что необходимо вложить минимальную сумму, то есть 10 тысяч рублей. В конечном итоге у предполагаемого преступника, так сказать, аппетит возник во время еды, образно выражаясь. То есть, соответственно, эта сумма начала увеличиваться. Ни копейки, конечно же, мужчина, потерпевший денег, не вывел с этой биржи. В конечном итоге проиграл 1 миллион 100 тысяч рублей. То есть заняли деньги и он, заняла супруга, еще и кредит деньги взяли. А кредиты нужно теперь отдавать. Возбуждено было уголовное дело сразу у нас в понедельник по 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с тем, что ущерб причинен в крупном размере. Соответственно, сейчас проводятся все необходимые следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. Ну, прежде чем мы подробно разберем виды IT-мошенничества, давайте посмотрим ролик небольшой. Я попрошу режиссера эфира включить... Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности вашего банка. Ваша банковская карта заблокирована. Здравствуйте, что же мне делать? Я помогу ее разблокировать, только я должна вас идентифицировать. Для начала назовите номер карты и код, что на обратной стороне. Да, сейчас продиктую. Осторожно, это мошенники. Бегу, бегу. Алло, кто это? Бабушка, это я. Забрали телефон, звоню из полиции. Мне очень нужна помощь, следователь все расскажет. Здравствуйте, ваш внук избил человека и будет привлечен к уголовной ответственности. Предлагаю дело закрыть за определенную сумму. Какая нужна сумма? Осторожно, это мошенники. Они завладевают миллиардами рублей обманутых граждан. Не спешите принимать предложение позвонившего и исполнять его рекомендации. Правильное решение – сразу же завершить разговор. После этого перезвоните родственнику и убедитесь, что он в порядке. Алёшка, внучок, ты где? У тебя все в порядке? Алло? Да, здравствуйте. Алло, добрый день. Вас беспокоит из службы безопасности банка. Хотим вас уведомить, что мы зафиксировали попытки перевода денежных средств с вашего счета. Как? Так там же все мои деньги. И что мне теперь делать? Не волнуйтесь, сейчас мы все решим.
Нам только необходимо подтвердить ваши данные, поэтому назовите, пожалуйста, номер вашей банковской карты и код, который указан с обратной стороны карты. Да, да, сейчас. Секундочку, да, сейчас. 4, 7, 8, 2. Осторожно, это мошенники. Конечно, разные виды мошенничества, дистанционного мошенничества преобладают все-таки. Какие из них больше всего в жизни присутствуют? В настоящее время наиболее распространенный способ мошеннических действий – это когда предполагаемому потерпевшему поступает звонок, представляется изначально сотрудником банка. Представляются сотрудникам банка, говорят о том, что с вашей банковской карты в настоящее время злоумышленники, мошенники пытаются снять денежные средства. Соответственно, для того, чтобы их сохранить, эти деньги, необходимо их срочно пойти с банковской карты снять и перевести на так называемую страховую ячейку. После этого поступает еще один звонок с абонентского номера. В основном они начинаются на код 495, 497. Могут быть другие абонентские номера различных абонентов, операторов сотовой связи «Билайн», других, начинающихся на 897 и так далее. Но это наиболее распространенные я привожу. Значит, представляются сотрудником полиции, либо кем-то из руководства, допустим, нашего межмуниципального управления, если речь идет о городе Новоуральске, либо руководством Главного управления МВД России по Свердловской области, подтверждают слова псевдосотрудника банка. И даже если, допустим, предполагаемый потерпевший не верит изначально в это, говорят, ну зайдите, посмотрите на официальном сайте, вот мои данные вот такие-то, я там начальник, да, полиции, межмуниципального управления. Я думаю, наверное, ни для кого из жителей города Новоуральска не секрет. Для того, чтобы посмотреть наши персональные данные, элементарно необходимо зайти в интернет, они в открытом доступе. Поэтому нельзя в это верить ни в коем случае. И жителям города Новоуральска в первую очередь необходимо обратить и помнить внимание о том, что руководство Главного управления, руководство межмуниципального управления не будет звонить никому из физических лиц. Если необходимо будет вызвать кого-то для проведения какого-то опроса или еще что-то, в обязательном порядке это будет проведено либо через повестку, либо через участкового уполномоченного полиции, который придет на своем административном участке в ту или иную квартиру. Соответственно, значит, если человек поверил в это, он идет, снимает деньги со своей банковской карты и переводит на указанный номер, либо абонентский номер, да, так называемый Kiwi-кошелек, либо на номер банковской карты, который указывает злоумышленник, и тем самым лишается своих денежных средств. Вот если брать вот этот год, то это наиболее распространенный вид мошеннических действий. И из 173 фактов, которые у нас произошли на территории обслуживания, вот это занимает львиную долю, порядка, наверное, 70% данный вид мошеннических действий. Он наиболее распространен. Вид мошенничества, который был у нас сегодня, да, вот сейчас показан в видеоролике о том, что позвонили, сказали, что попал в ДТП, это, конечно, наиболее такой старый уже способ мошеннических действий. В основном бум начинался где-то в 2014 году, когда пытались обмануть наших престарелых бабушек, матерей и так далее вот такими вот звонками. Но могу сказать, что, видимо, все новое, хорошо забытое, старое, поэтому, соответственно, вот в этом году у нас тоже такие факты были, когда звонили на территории города Новоуральска престарелым женщинам, говорили, сын попал в ДТП, внук попал в ДТП. Но, срочно к счастью, нужны деньги, да? Да, к счастью, значит, буквально мы зафиксировали таких 7 фактов, и 7 фактов только по одному возбуждено уголовное дело, где реально деньги отдали. То есть приезжал так называемый курьер за деньгами в виде таксиста, водителя такси, он забрал деньги у престарелой женщины, потом их перевел. Причем нами был установлен водитель такси непосредственно, который деньги перевел. Но его просто попросили заехать, забрать деньги и перевести. То есть он, соответственно, как таковой не принимал участие в этой преступной схеме. Вот. В остальных 6 случаях, которые были совершены, то есть нам также позвонили в дежурную часть, сказали, что да, действительно имеют такие факты, место, и звонят как бы просто для информации. Вот. Но тоже как бы еще раз хотелось бы обратиться к жителям города Новоуральска. Перед тем, как вообще совершать какие-то необдуманные поступки в плане перевода денежных средств там, или отдать кому-то денежные средства свои, реально можно просто взять, у всех есть абонентские номера своих близких, взять и позвонить тому же внуку или тому же сыну и спросить, ты где в настоящее время находишься, конечно, и с тобой что-то происходит или нет. Конечно. Ваш родственник, он вам скажет, что с ним ничего не происходит, он находится либо на работе, либо дома, потому что это орудуют мошенники.
Принц Сергеевна, вы как замначальника следственного отдела непосредственно работаете и с потерпевшими, да? Вот, потерпевшими именно вот, дистанционного мошенничества. Что они говорят? Почему они стали жертвой мошенников? Я думаю, что каждый из нас, и телезрители, и даже мы с вами сталкивались с такими звонками. Но слава богу, что не стали жертвой мошенника. Да? Почему люди все-таки становятся жертвами? Это правильно сказано, что действительно вот очень много, ну, действительно эта тема актуальна, да, и работая с потерпевшими, выясняешь в любом случае, ну, почему, профилактировали, не профилактировали, да, сообщают о том, что приходил там участковый уполномоченный, либо, ну, из средств СМИ узнали о данной информации, что нельзя переводить деньги необдуманно, но, тем не менее, переводят. Говорят, действовали под гипнозом, под каким-то гипнозом. Кто-то там вообще просто, ну, не обдумал данных своих действий. Как часто, если, значит, такие ситуации происходят, когда вот действительно звонок, там, друг попал в ДТП или сын попал в ДТП, говоришь о том, почему не убедились, да, в этом, не позвонили. Ну, вот, надо было срочно, думали, действительно, убедили. То есть верят, просто верят. Говоришь о том, что зачастую разговаривает с вами робот, да, не просто там человек какой-то позвонивший. Но тем не менее, не знаю, как-то вот так вот. Верят. Виктор, есть ли у нас комментарии, есть ли вопросы? Да, жители начали очень активно делиться своими историями. Многие сталкивались с такими звонками, некоторые даже по несколько раз в день. Мошенники, видимо, проверяют эти базы, по несколько раз звонят. Ну вот, допустим, Ирина пишет. «Мне тоже звонили недавно, номер московский, говорили, что с моего счета пытались списать деньги. После того, как я сказала, что, ну, до свидания, мне сказали, что всю мою семью сожгут, еще и матом обложили». Ну вот, видимо, мошенники, да, когда уж расстраиваются, что не удается им обмануть, видимо, они все-таки свой негатив выплескивают. Ну и вот Екатерина пишет. Значит, здравствуйте. Допустим, мне позвонили по любой теме. Я, само собой, понимаю, что это развод. Мне куда мне отправить контакты, с которых поступают звонки, письма и так далее? И будут ли какие-либо действия по этому факту? Да, действия в обязательном порядке по этому факту будут. Вообще все сообщения, которые к нам поступают на 02, то есть вот я уже неоднократно к жителям города Новоуральска обращался, если все-таки имеют место такие факты быть, что вам позвонили, представляли сотрудниками банка, пытались узнать какие-то ваши персональные данные, пытались узнать, значит, возможно, о суммах денежных средств, которые у вас на банковской карте, ну и пытались вас обмануть, сразу незамедлительно необходимо звонить в дежурную часть. Не надо не предпринимать вообще никаких действий, никуда идти, бежать там, сломя голову, да, грубо говоря, пытаться там снять свои деньги с банковской карты, вы обязательно станете объектом совершения преступления. Соответственно, позвонить необходимо в дежурную часть, все факты у нас регистрируются 100%. То есть старший оперативный дежурный полностью примет сообщение, узнает персональные данные потерпевшего, да, который нам позвонил, и по всем фактам будет проводиться процессуальная проверка. Нам как раз-таки необходима информация о тех абонентских номерах, номерах банковских карт, если таковые имеются, которыми пользуются злоумышленники. У нас в настоящее время разработана очень неплохая база, называется «Дистанционное мошенничество», куда у нас в электронном виде вносится вся информация полностью. Информация об абонентских номерах, информация об номерах банковских карт, которые используют злоумышленники. И в конечном итоге данная база, она позволяет нам сопоставить вообще те или иные факты на предмет того, совершало это одно лицо данные преступления или группа разные риска. Лица. Да. Поэтому, соответственно, нам эта информация вся необходима, и мы призываем именно жителей города Новоуральска по всем таким фактам обращаться к нам. А что касается, то есть это федеральная какая-то, получается, база, которая работает по всему? Это федеральная база. Ну и вот Екатерина еще дополняет, что иногда звонят якобы сотрудники Сбербанка, и я отправляю контакты в приложении Сбера, либо в чат Сбера ВКонтакте, то есть официальным представительством, и там уже комментируют и отвечают, да, действительно, либо это мошенники, либо действительно сотрудники банка пытаются там с вами связаться. Вот, поэтому, ну, вот такой тоже способ. Тоже есть такой способ, да, в официальный банк свой обратиться. Да. Мы озвучили сумму 51 миллион рублей отдали новоуральцы. Вот есть статистика по Екатеринбургу, это 400 миллионов рублей за этот год, по Новоуральску, ну, для сравнения.
Понятно, что Екатеринбург – мегаполис, у нас 86-тысячный Новоуральск, все-таки суммы, конечно, приличные. Вот можно ли вернуть эти средства, или, как правило, это преступления, которые вот сложно раскрыть? Однозначно всегда необходимо надеяться, конечно, на лучшее, и, по крайней мере, все, что зависит от нас, от сотрудников полиции, от сотрудников следственного отдела, то есть мы делаем, конечно, все необходимое для того, чтобы установить лиц, которые причастны к совершению данных преступлений. Я уже говорил, вообще с момента поступления сообщения в дежурную часть все эти преступления остаются мной лично на контроль. И вообще данное направление, именно борьба в сфере совершения мошеннических действий, находится на контроле у руководства Главного управления МВД России по Свердловской области. То есть весь комплекс мероприятий, связанных с установлением владельцев абонентских номеров, которые звонили непосредственно потерпевшим, установление владельцев банковских карт, куда были переведены денежные средства, ну и другой комплекс оперативно-розыскных следственных мероприятий, он полностью отрабатывается и в рамках материалов доследственных проверок до возбуждения уголовного дела, и, соответственно, уже в рамках возбужденных уголовных дел. То есть работа эта проводится, и у нас в этом году даже есть примеры раскрытых преступлений. В этом году была установлена группа лиц, которая занималась совершением мошенничеств на территории вообще полностью всей России. Группа эта установлена на территории Бурятии. У нас тоже по двум уголовным делам произошли совпадения, и, соответственно, тоже уголовные дела были направлены для расследования туда. То есть, соответственно, лица установлены, дела будут расследованы и направлены в суд. Соответственно, уже в судебном порядке можно будет попытаться взыскать сумму ущерба, которая была причинена потерпевшему. Ну и у нас на территории города Новоуральска буквально в сентябре месяце мы тоже установили молодого человека, который выкладывал на сайте Авито объявление о продаже колес, другой техники, и тоже обманул часть и жителей нашего города, и жителей не нашего города. То есть мы уже тоже уголовное дело расследовали и в октябре месяце направили его в суд. Угу. То есть примеры, в принципе, раскрытия преступлений таких есть. А что грозит? В зависимости от тяжести совершенного преступления, то есть если преступление, вот мы расследовали по 159 частям вторым, преступление средней тяжести, то есть до 6 лет лишения свободы предусматривает наказание. Если преступление тяжкое, то есть если сумма ущерба причиненного была более 250 тысяч рублей и выше, значит, статья 159 часть 3, это преступление уже относится к категории тяжких, и уже наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы. И можно еще дополнить вот слова Максима Николаевича. У нас также был случай, получается, обратились двое граждан, имеется в виду потерпевших, получается, которые сообщили следующее. Значит, при помощи социальной сети ВКонтакте они, увидели объявление о покупке-продаже букмекерских аккаунтов. Получается, это тоже житель, в части раскрытия преступлений, действовал это житель нашего города. Каким образом он предоставлял возможность выйти как раз вот к нему на эту линейку, на площадку, то есть при помощи вот как раз социальной сети ВКонтакте списывался с данными потерпевшими, и, происходила переписка по поводу покупки как раз букмекерских аккаунтов. За это он просил определенную плату денежных, путем безналичного перевода денежные средства переводили потерпевшие, и в результате, как только осуществлялись переводы денежных средств, сразу же происходила блокировка. Угу. То есть фактически тоже стали жертвами мошенничества. В итоге, преступник был уличен, и в данный момент уже дело уголовное рассмотрено в суде в отношении данного преступника. То есть ему уже вынесен приговор? Да. И вступил в законную силу. Угу. Какой у него приговор? У него в данном случае ему вынесено определено наказание в виде штрафа, но, тем не менее, по крайней мере, потерпевшие получили обратно свои денежные средства. Угу. То есть это в части возмещения ущерба. Да. Я так понимаю, что игра на бирже – это тоже один из видов дистанционного мошенничества и тоже набирает обороты. Игра на бирже с ценными бумагами, с валютными операциями. У нас как раз есть фрагмент записи беседы с одной из жертв, жительницы Новоуральска. Я попрошу режиссера поставить. Я прошла анкету в Инстаграм, нашла там «Газпромбанк», то есть заполните анкету. Я прошла анкету, заполнила там заявку типа на открытие счета вот этого. Заполнила заявку, они мне выслали ссылку в WhatsApp,
на вот этот вот платформу, на вот эту. Uh-huh. И как бы 9400 я перечислил, они тут же моментально появились там на этой платформе. Все операции. И когда он мне вот этот Binance поставил, он говорит, на компьютере скачайте программу Anydesk. Хоп-хоп, все сам там. Вот это вот этот, верификацию, когда мы пришли в Binance. То есть Binance-то он сам по себе как бы официальный сайт вот этот. Uh-huh. А вот то, что они работают с Just Trading Company, про них там вообще что-то пишут. Я говорю, они Just Trade. А изначально это посмотреть нельзя было, что? Вот, они видишь, они в этом ссылке, у них Just to Trade стоит. No. А внутрь заходишь, у них вот эта платформа, где Just Trading Company. И когда я Just to Trade, они Just to Trade, знаешь, у нас там есть лицензии, все дела, там... Все партнерство. Там, они мне все это показывают, то есть все это мы делаем, мы в Сбербанке лицензию имеем. На работу, вы мне не доверяете, он на меня, я говорю, вы мошенники. Он мне говорит, вы меня обижаете, я вам столько работы сделал, я ссылку делал, он скиньте мне скриншот операции, что прошла, там, вот, что перевела, да. Спасибо. Ну вот фрагмент беседы, да, как раз вот видно, какие суммы перевел человек, житель Новоуральска. Вот, мне кажется, чтобы играть на бирже, все равно нужно обладать какими-то способностями, да, какими-то знаниями. Однозначно, без этого никак. Прежде чем играть. Зачастую граждане и не знают вообще, каким образом они попадают на эти. Ну, они просто проходят по ссылке, получается, и начинается вот эта вот вся продемонстрированная переписка. И фактически человек действительно недоумевает, что он делает, не обладает определенными знаниями и умениями и переводит абсолютно бездумно свои честно заработанные денежные средства. А порой еще берет и кредиты. Абсолютно верно. Которые потом нужно будет отдавать. Желание приумножить свой капитал, соответственно, я так понимаю, оно все-таки как-то... Превалирует. Да, и желание вот это вот, я не знаю, оно над человеком начинает преобладать, он вообще полностью не понимает вообще, что делает, и зачастую просто совершает те действия, которые ему говорят мошенники. Вот и все. И лишаются своих денежных средств. Так скажем, действует по инструкции. Угу. Но лишаются больших сумм. В какой момент вот нужно вот поймать, понять, что тебя, простите за слово, разводят, да, что это мошенничество. Мне кажется, вообще не стоит играть на этих биржах, вообще абсолютно не стоит. Я думаю, каждый житель должен понимать о том, что для того, чтобы вообще совершать какие-то манипуляции, ну, надо хотя бы минимально обладать каким-то математическим складом ума. Конечно. А наши потерпевшие, которые к нам вот зачастую обращаются, начинаешь разговаривать, человек говорит, я просто хотел заработать. Просто хотел заработать. И причем осознание того, что тебя обманули, у разных людей наступает по-разному. То есть, вот, как я уже говорил, озвучил, у нас вопиющий факт был на территории обслуживания, когда мужчина лишился 10 миллионов рублей. Это самая крупная сумма ущерба. Он играл, начиная с августа месяца, и обратился к нам в сентябре, то есть больше месяца. Угу. Некоторые начинают понимать о том, что их обманули там, спустя 3 дня, некоторые спустя неделю. Но вот он практически месяц, и в конечном итоге сумма, вот такая вот ущерба получилась очень большая. Но это не один вид мошенничества. Я знаю, что еще есть в социальных сетях, да, мошенники, когда взламывают аккаунт человека, блокируют его и берут фотографии родных, близких и начинают писать, срочно нужны деньги, помогите. Вот что делать в этой ситуации? Ну, тоже довольно-таки старый способ мошеннических действий, когда взламывают социальные страницы в социальных сетях, и начинают писать о том, что попал в беду, переведи срочно деньги и так далее. Необходимо ни в коем случае не вступать в этот разговор, в диалог, в переписку ни в какую. Опять же таки взять, просто позвонить своему знакомому на сотовый телефон и уточнить, реально ли у тебя какая-то произошла беда и реально ты нуждаешься в деньгах или нет. Не надо никуда бежать и срочно переводить кому-то какие-то деньги. Я думаю, наверное, у каждого, кто даже зарегистрирован в каких-то социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, там, Инстаграм и так далее, и те люди, которые добавлены у него в тех же самых друзьях, подписчиках, я думаю, наверное, это все в основном знакомые лица, и есть также их абонентские номера, но если даже абонентского номера нет, не надо никуда бежать и никому ничего переводить. Ну и не стесняться звонить, да? Конечно. А то думают, что вот у человека горе, а я позвоню. Да, позвоните, спросите, так ли все это? Все верно. Есть вопрос, да, у нас? Конечно. Вот, Максим Николаевич, есть закон о персональных данных. Как все-таки эти базы с контактами, с фамилиями, именами и отчествами попадают вот, в руки мошенников? Откуда берутся эти данные и какая работа ведется с теми, кто эти данные, может быть, незаконно передает в руки вот, преступников? Да, действительно, такой закон есть о персональных данных. По поводу информации, откуда она появляется у мошенников, здесь вопрос как бы очень такой обширный и открытый.
она может попасть, да, в принципе, хоть от кого. Хоть как от работников банковской сферы данная информация может попасть в руки злоумышленникам. Но вот у меня на практике, допустим, встречались случаи, когда мошенники просто брали и поподряд все абонентские номера набирали и просто пытались человека обмануть, не имея даже персональных данных. Поэтому по поводу этого говорить можно очень много, и здесь вариантов попадания именно вот этой информации тоже, ну, очень много. Ну, еще один вопрос. Вот открываешь сайт МВД, всероссийский, да, сайт, и вкладку «Борьба с преступностью, борьба с мошенничеством». И смотришь, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростовская область, Мордовия, Мурманская область, Северная Осетия, вся Россия. Вот в масштабах страны сегодня мошенничество, наверное, стало уже одним из самых глобальных видов преступности. Вот на уровне федерации какие решения, может быть, принимаются и доводятся до вас? И как вы доводите ту ситуацию, которая здесь есть, туда наверх, может быть, в региональное управление, в федеральное управление? Вообще, конечно, основная задача, которая в настоящее время ставится, ну, помимо раскрытия преступления, да, если уже все-таки преступление совершено, основная задача – это проведение именно профилактической работы. Вот этому в настоящее время уделяется очень пристальное внимание, то есть руководством полиции на всех уровнях. Почему именно проведение профилактической работы? Я уже неоднократно доводил информацию тоже до жителей, рассказывал о том, что преступления данного вида, но они раскрываются очень тяжело. Тяжело почему? Потому что обычно лица, которые их совершают, они проживают за пределами не то что даже города Новоуральска, а за пределами в целом Свердловской области. А бывает и так, что мы вообще, когда проводим полный комплекс мероприятий, устанавливаем о том, что деньги снимались за пределами Российской Федерации. То есть вообще в других странах, в Эстонии, в Латвии снимались денежные средства, в Украине, в Белоруссии и так далее. Поэтому, конечно, основной упор делается именно на проведение профилактической работы. И наша основная цель и задача именно все-таки донести до жителей города Новоуральска о том, что не надо совершать никаких необдуманных поступков. Есть сотрудники полиции на территории у нас города Новоуральска, есть межмуниципальное управление полиции. Если какие-то сомнительные звонки, обратитесь к нам в дежурную часть, и мы вас правильно проинструктируем, что необходимо делать, и по каждому вашему звонку проведем нормальную процессуальную проверку, и вы останетесь при своих деньгах. Ну а что касается проведения профилактической работы, у нас, в принципе, даже при проведении инструктажей, заступающих на службу, нарядов комплексных сил полиции, сотрудников участковых уполномоченных полиции, не допускаются сотрудники до службы, пока у них не будут памятки по профилактике мошенничества. Ответственное руководство, которое у нас заступает, он раздает эти памятки, вручает. То есть, соответственно, все сотрудники, которые выходят у нас в целом для несения службы, все занимаются проведением профилактики. Участковые на своих административных участках, сотрудники ГИБДД на своих маршрутах патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы тоже на своих постах маршрутах патрулирования. То есть, если брать вообще наше управление в Новоуральске, у нас занимаются не только сотрудники полиции проведением профработы, также сотрудники юстиции, то есть это наши следователи. Они вызывают, расследуют уголовные дела, вызывают к себе граждан для проведения допросов, опросов, свидетелей, потерпевших. То есть даже если уголовные дела не касаются, да, у нас в целом именно мошеннических действий, со всеми проводится профилактическая работа, всем вручаются памятки. Задействована внутренняя служба у нас для проведения тоже профилактической работы. У нас в этом году порядка 12 раз мы инициативно провели на территории обслуживания оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, мошенник! Внимание, мошенничество!». Проводили акции тоже «Внимание, мошенник!», где были у нас задействован вообще весь личный состав межмуниципального управления. И в этом направлении мы будем продолжать дальше работать, потому что наша основная цель и задача, чтобы у нас жители не лишились своих денег и, соответственно, все были довольны нашей работой. Ну, большие объемы, да, проводятся профилактической беседы, очень профилактических большая. Рейдов. Как правило, как люди реагируют на профилактические вот эти мероприятия? Люди реагируют по-разному. Берут некоторые листовки, читают их? Да, листовки берут. Я потому что сам неоднократно принимал лично участие именно в проведении профилактической работы. И мы, вот, допустим, в летний период времени старались прямо районами в городе как бы охватить тот или иной район. То есть вот мы выходили, допустим, в Южный район 1-2 дня, проводили там профилактическую работу, полностью весь личный состав. Значит, мы размещали памятки на видных местах. Ну, жители реагируют по-разному, кто как. Но в основном нормально, охотно идут на диалог, памятки вручаешь. Тоже зачастую говорят о том, что да, нам уже звонили, мы знаем, что это мошенники. До этого уже участковый приходил, либо еще там в средствах массовой информации я видел. Но бывают, конечно, и такие жители, но сейчас это уже, конечно, редкость, потому что уже многие с этой бедой столкнулись, которые не совсем охотно идут на диалог.
говорят о том, что ну, со мной это не случится, верят в это, что с ним это не случится, но когда становятся объектом совершения преступления, конечно, начинают уже люди думать по-другому. Я вот неоднократно рассказывал случай, который у нас произошел в дежурной части. Мужчина обратился к нам с заявлением, в дежурную часть пришел, ему необходима была справка о наличии либо отсутствии административных правонарушений. Угу. Я сам выхожу, в фойе смотрю, мужчина стоит, мужчина престарелого возраста, вручаю ему памятку по профилактике мошенничеств, говорю, мужчина, обратите, пожалуйста, внимание, вот звонки поступают, представляются сотрудниками полиции, сотрудниками банка. Он как бы на меня посмотрел, говорит, ну да, конечно. Тут же берет мою памятку, сворачивает ее, выходит из здания отдела и начинает ее просто выкидывать. Я говорю, мужчина, ну вы поймите, не надо этого делать, вы почитайте, до родственников до своих доведите, не только сами там вот эту информацию для себя примите. У вас престарелые родственники есть, жене своей расскажите, у кого-то может быть там мамы, папы есть престарелые, доведите эту информацию, потому что ну рядом она беда, и любой может стать объектом совершения преступления, лишитесь просто своих денег, даже сами не поймете как. Ну потом вроде бы, да, памятку взял. Забрал с собой. Забрал с собой, да. Давайте вернемся к нашим видам преступления в сфере IT, мошенничества. Вот есть еще липовые, так сказать, интернет-магазины, да, тоже становятся новоуральцы жертвами таких магазинов. Есть ли такие случаи? Конечно, есть. Как правило, это покупка-продажа товаров через сайты частных объявлений. Значит, несколько таких фактов тоже уже зарегистрировано на территории города Новоуральска. В частности, вот в сентябре в дежурную часть полиции Новоуральска обратился мужчина, который сказал, что продавал сотовый телефон. Ну и, в общем-то, к нему через мессенджер WhatsApp, значит, пришло сообщение от якобы покупателя. Ну, естественно, как обычно, переписка, договорились о том, что необходимо там перевести определенную сумму денежных средств. В итоге, значит, данный мужчина перешел по этой ссылке, на которую ему сказали обратиться, ну, обратиться, да, вот. И таким образом, то есть как только он перешел по ссылке, у него буквально в пару приемов были списаны денежные средства с его банковской карты. Ну, это около 22 тысяч рублей. В итоге как бы и покупка-продажа не состоялась, ну и денег он лишился. Но это не идентичный факт. Есть, когда граждане продают или покупают различные абсолютно предметы домашнего обихода. И точно так же были случаи, у нас несколько фактов, значит, возбужденных уголовных дел, где потерпевшим являлся один и тот же гражданин. Значит, он пытался приобрести самоходное транспортное средство, так скажем. Вот. Буквально это, значит, безналичным платежом. Вернее, находил объявление на сайте Авито. Значит, естественно, созванивался, вернее, списывался с покупателем. И когда уже, как бы, так скажем, устная сделка состоялась, переводил свои денежные средства. Порядка, первый раз это было 320 тысяч рублей, во второй около 300 тысяч рублей. И, то есть опыт ничему не учит. Да, опыт ничему не учит, вернее. И в первый раз ему, значит, поступил контейнер с бетонными, так скажем, плитами. Вот. И во второй раз точно так же он не получил своего самоходного транспортного средства. Поэтому у меня убедительная просьба граждан, обратите тоже на это внимание. Не поддавайтесь уловкам. Вот именно не оставляйте предоплату. Да, не оставляйте предоплату. Необходимо оплачивать товар только при поступлении, по факту. Марина Сергеевна, вот буквально из каждого утюга уже говорим о мошенничестве, и все-таки люди, ну, простите за слово, ведутся и отдают свои средства. Вот почему? Что это? Настолько обладают гипнозом? Или что это? Или настолько доверяют человеку на том конце линии? Я думаю, что действительно у нас... Ну, очень. Большая часть граждан, те, которые попадаются на уловки мошенников, на самом деле доверчивые. То есть, если нас не коснулось, мы как бы не знаем, не понимаем еще. Ну вот, вроде бы, да, мы полагаем, что с нами все будет хорошо и прекрасно, и с нами этого не случится. Действительно доверяют.
Некоторые, вот, ну, когда в случаях, если там звонки бывают, попадают в ДТП, да, там свои родственники, то, конечно, здесь уже так, называется какая-то растерянность. Объясняют это растерянность какую-то. То есть, что действовать необходимо быстро. Зачем убеждаться, да, жив или здоров твой родственник? Лучше побежать и отправить деньги куда, ну, как будто бы следует, а на самом деле нет. А как правило, вот какого социального статуса люди попадают на уловки мошенников? Или здесь абсолютно различного, вообще различного социального статуса, различных возрастных категорий, то есть сейчас возрастного ценза нет. Вот когда весь этот бум с мошенничествами начинался, как я уже сказал, да, вот 2014 год, 2015 году, когда звонили, наиболее распространенный вид мошенничеств был, когда звонили, говорили о том, что сын попал в ДТП, это были, конечно, престарелые граждане. Угу. Престарелые граждане довольно-таки преклонного возраста, и как раз мошенники именно пользовались тем и били на то, что престарелый гражданин не совсем может определить голос своего знакомого, там, пытались видоизменить голос, там, говорили о том, что даже когда их узнавали, да, по голосу, говорили, так это не мой внук. Он говорит, вот, понимаешь, там, бабушка, мне там вот в ДТП, там, я сейчас попал, там, да, у меня вот челюсть сломана, там, и так далее. То сейчас, в настоящее время, мошенничество видоизменились, и объектом совершения преступления становятся как молодые люди, так среднего возраста, так и престарелые граждане. То есть, в принципе, по большому счету, никто не застрахован от такого вида вот звонков. Но, как я уже сказал, надо просто жителям города Новоуральска помнить и просто соблюдать элементарные правила для того, чтобы не быть объектом совершения преступления. Во-первых, если поступают такие звонки, ни в коем случае нельзя на них отвечать. Сейчас уже зачастую у многих установлены программы такие в сотовом телефоне специальные, у меня вот тоже в сотовом телефоне установлено. Когда мне начинает звонить незнакомый абонентский номер, у меня сразу высвечиваются мошенники. Либо там с рекламной целью звонят, либо еще с какой-то целью звонят. Не надо вообще полностью брать телефон, просто отключиться и все. Если все-таки же вы уже вступили в разговор, в диалог с предполагаемыми мошенниками, и вам начинают представляться сотрудниками псевдобанка, сотрудниками псевдополиции, прервите разговор, отключитесь и все. Не надо вообще вникать во весь этот диалог и о том, о чем пытаются там донести, рассказать о том, что у вас там деньги пытаются снять. Это все вранье и обман. Ну и, соответственно, к жителям еще хотелось бы обратиться. Вот вопрос задали по поводу того, почему все-таки, да, становятся люди объектом совершения преступления и почему все-таки они верят. Да. Вот зачастую еще жителями движет, ну, элементарная просто возможность по-легкому нажиться. Грубо говоря, приумножить свой капитал. Это вот по поводу игры на бирже, либо по приобретению какого-либо товара на сайтах Авито, Юла, там еще каких-то других. Надо помнить о том, что элементарно, если какой-то определенный товар стоит 10 тысяч рублей, никто вам его не продаст никогда за 5. Это надо об этом знать и помнить. То есть если я считаю, что вещь, даже если подержанная вещь стоит 10 тысяч рублей, я никогда не буду ее продавать за 5. И не надо гнаться ни за какой дешевизной, вас обязательно обманут. То есть у нас зачастую так бывает, выкладывается какое-то объявление о продаже, допустим, ну, дорогого внедорожника, да, сумма которого, допустим, 1,5 миллиона рублей, 2 миллиона рублей поддержанного внедорожника. Соответственно, на сайте заведомо мошенники уже указывают сумму, которая в разы ниже. Допустим, 1,2 миллиона, а стоимость 1,5 миллиона. Конечно, человек увидел, у него загорелись глаза, ему надо срочно этот автомобиль купить, приобрести. Автомобиль. Причем ты же понимаешь о том, что это предложение и эта покупка, она будет выгодна для тебя. Человек начинает звонить, на другом проводе отвечают: да, конечно, но вот вы знаете, какая ситуация. Мне вот тут буквально перед вами уже позвонили и предлагают там сумму прямо сейчас перевести на банковскую карту, поэтому я все-таки, наверное, продам другому лицу. И человек начинает уговаривать: ну, пожалуйста, продай мне, я тебе сейчас задаток и так далее. Соответственно, задаток этот переводится в сумме 200-300 там, тысяч рублей. Ну и в конечном итоге ни автомобиля, ни денег, ничего не увидите. Поэтому это элементарные правила, которые надо помнить и соблюдать. Ну и по поводу игры на бирже. Это в настоящее время очень больная тема. Когда у человека есть там 10 тысяч рублей, он хочет с этих 10 тысяч рублей получить 100. Я думаю, тоже, наверное, все должны прекрасно понимать, бесплатный сыр, он бывает только в мышеловке. Конечно. Только в мышеловке. Конечно. Поэтому не надо на это вестись ни в коем случае. Ну и элементарно, я, как я уже сказал, не надо играть ни на каких биржах. Зачастую, в 99% случаев, это обман. Элементарно, даже если кто-то решил поиграть на бирже, сыграть, попробовать на бирже, необходимо зайти на сайт и вообще посмотреть отзывы об этом сайте. И зачастую, опять же таки, в 99% случаев будет написано о том, что на сайте на этом работают мошенники.
У нас остается немного времени. Виктор, есть ли у нас комментарии? Ну вот на этом пока комментарии все закончились. Mm-hmm. Да, единственное, что, mm-hmm. конечно, вот ну, даже те, кто смотрит сегодня нашу программу, говорят, да сколько говорят уже везде о деяниях мошенников. Люди не верят, что ли? Ну вот, к сожалению, не верят сотрудникам полиции, но верят псевдосотрудникам полиции и другим мошенникам. И вот еще один комментарий. Смотрела как-то телефон себе, смотрю на сайте, телефон очень дешево, показалось подозрительно. Открыла сайт отзывов, проверила этот сайт, действительно мошенники, товар не отправляют людям. Это вот к вопросу о том, когда товар приходит с плитами бетонными. Да, да. А, кстати, есть ли взаимодействие с разными структурами, например, с банками, вот в плане раскрытия таких преступлений или, наоборот, профилактики преступлений, мошенничества именно в сфере IT? У нас вообще сейчас в настоящее время не только с банками наложено взаимодействие, а, по-моему, вообще со всеми в городе. У нас вообще вот любые трудовые коллективы, мы выходим в настоящее время везде, нас с этой темой всегда рады видеть. То есть у нас даже когда главу города назначили на должность, у нас была договоренность, он выезжал в трудовые коллективы для того, чтобы знакомиться. И кто-то из наших сотрудников выезжал вместе с ним, проводили заодно профилактику мошеннических действий. То есть мы побывали, можно сказать, вообще, наверное, в 90% коллективов, которые здесь на территории города Новоуральска существуют. Но больше скажу. В некоторых трудовых коллективах мы уже побывали по два и по три раза. По два и по три раза. Почему по два и по три раза? Потому что даже после того, как мы приходим и проводим профилактическую работу, все равно люди доверяют мошенникам и становятся объектом совершения преступления. У нас ситуация была буквально в мае месяце. Я сам ходил в один из трудовых коллективов, называть его не буду, проводил профилактическую работу, собирали полностью весь трудовой коллектив. Рассказал полностью основные виды и способы мошенничества, что необходимо делать для того, чтобы не стать объектом совершения преступления. В конечном итоге, буквально через 4 дня, человек с этого трудового коллектива обратился к нам в дежурную часть и сообщил о том, что он мошенникам перевел 700 тысяч рублей. Опять же таки, поиграл на бирже. Спрашиваю, ну откуда такая крупная сумма денег, 700 тысяч рублей? Человек говорит, а я занял у всех, занял у своих соседей, занял у своих родственников. И хотел с этих 700 тысяч рублей приумножить свой капитал, сделать его еще больше. Ну и в конечном итоге потом отдать эти долги. В конечном итоге ни денег, ни вообще абсолютно ничего. Вот таким вот образом. С банками у нас также взаимодействие налажено. Мы вообще ежеквартально проводим рабочие встречи с представителями всех банков, которые у нас здесь есть на территории города Новоуральска. Во-первых, обсуждаются темы в плане проведения именно профилактической работы, потому что банки тоже занимаются оказанием услуг среди населения, и очень большой поток в банки обращается, в те же филиалы банков. Поэтому там на постоянной основе наши видеоролики, значит, на телевизорах, которые у них установлены, крутят именно по мошенническим действиям. Памятки наши также выдают по профилактике мошенничеств по нашей просьбе. Ну и, соответственно, обсуждаются вопросы в плане получения той или иной информации для скорейшего раскрытия преступления. Поэтому я бы сказал, что взаимодействие очень неплохое, мы его будем продолжать, это взаимодействие в обязательном порядке. Ну и, соответственно, работать очень плотно с трудовыми коллективами в городе. У нас несколько минут остается до конца эфира. Тема очень важная, конечно, актуальная. Вот, Марина Сергеевна, что скажете новоуральцам в завершении нашей беседы? Уважаемые жители города Новоуральска, у меня убедительная просьба. Пожалуйста, в случае поступления вам подозрительных звонков с московских номеров, с, неважно, с номеров с 908, там, с 900 и так далее, продолжение, пожалуйста, не вступайте ни в коем случае в разговор. Значит, в случае, если вы все-таки сомневаетесь, значит, если вам говорят о том, что по вашему банковскому счету производятся какие-то манипуляции с вашими денежными средствами, ни в коем случае не соглашайтесь с этим, а лучше убедитесь лишний раз, сходите в отделение банка и действительно обратитесь к оператору и уточните, на самом ли деле производятся такие действия или нет. Максим Николаевич. В принципе, Марина Сергеевна все сказала. Я думаю, в принципе, особо больше добавлять нечего. Единственное, я бы хотел еще раз обратиться. Уважаемые жители города Новоуральска, полиция города Новоуральска, она уже просто бьет тревогу. Количество заявлений, сообщений по факту мошеннических действий, оно у нас растет, несмотря на то, что вроде бы мы пытаемся уже достучаться до каждого. У меня огромная просьба, не делайте, пожалуйста, никаких необдуманных поступков. Если есть какие-то сомнения в плане, если вам поступил какой-то звонок, либо значит, вы собрались все-таки сыграть там на какой-то бирже, позвоните к нам в дежурную часть,
наши компетентные сотрудники расскажут и разъяснят, что необходимо делать. Весь алгоритм действий. Не надо никому ничего переводить и не делать необдуманных поступков. Вы обязательно станете объектом совершения преступления, ну и лишитесь своих денежных средств. Спасибо телезрителям, что сегодня были с нами. Помните, что сыр может быть только бесплатный сыр только в мышеловке. Берегите себя и расскажите обязательно о видах мошенничества, дистанционного мошенничества на сегодняшний день своим родным, близким, друзьям, всем абсолютно. А самое главное, берегите себя и своих близких. Спасибо, что сегодня были с нами. Всего доброго. До свидания.